Отвечая на многочисленные записки, хочется сказать. Что-то из того, что попрошено, конечно, будет исполнено, что-то нет, извините. Вот сегодня получилось так, что попробовал петь горло-раздирающую песню, горло так и разодралось, поэтому такие сильные песни, наверное, голосовые не будут петься сегодня. Очень меня порадовала записка от человека по имени Шамиль, который вспомнил концерт в Уфе стародавних-давних-давних времен. Это я опять, да? Сейчас. Поэтому не сочтите за труд, подойдите после концерта. Не, у меня выключено. Вот. Спасибо самарским гостям, которые как только не приезжают на конференцию, сразу попадают на мой концерт. Я специально подгадываю к этому вообще-то, да. Ну и что будет, то будет. Чего-нибудь там не будет. Опять записки есть. Ну, Евгений Николаевич, поехали. Пикового туза погадаю я, а что выпадет, о том не расспрашивай. Я поеду в город Тверь к Чагодаеву, я поеду погостить к Свете с Сашею. Доберусь я до ребят поздно вечера, на звонок не стану жать, постучу слегка. А как спросят, кто там, то отвечу я, что приехал погостить я издалека. Что мотался по земле ли, по небу ли, выбирался из воды не совсем сухим. Скажет Светка, что меня долго не было, скажет Сашка, что меня не хватало им. И разместимся на кухне мы маленькой, Афанасия попьем эко невидаль. На гитаре побринчим очень старенькой, на церквушку поглядим, что в окне видать. Расскажу я им, во что еще верую, и прикурим от последней, от спички мы. И рассвет протрет окно тряпкой серою, и поеду я назад электричкою. И в вагоне для себя что-то враз решив, отпущу в окошко птицу пиковую. И состав на повороте, замедлившись, и загнется мне на счастье под кувою. И состав на повороте, замедлившись, и загнется мне на счастье под кувою. Журавель и лиса. Подустав от одиночества, отправляюсь в мир иной, где спешит твое высочество на свидание со мной. Молодая эта пригожая, челка убрана со лба, а может просто прохожая, а может ты моя судьба. А за замызганными окнами то закат, а то восход. Сверху кто-то ножкой топает, снизу дождь идет. И ни имени, ни общества, тишина и благодать. И чего-то очень хочется, да и никак не угадать. Наконец, моя хорошая, мы останемся вдвоем. И негаданно, непрошено мы с тобою запоем. Зажурчим ручьями вешними переполненной души. Хоть святой ты или грешный ты, слушай, слушай, не дыши. А как кончится пророчество, а как кончится слеза, возвращаюсь в одиночество, возвращаюсь я назад. В неизменно, неизмерное
что я птиц на ветру. Суверенно, суеверное, где родился и умру. А где все чьи-то ноги топают, да на закат и на восход. А за замызганными окнами там вся дождичка идет. И ни имени, ни общества, тишина и благодать. И чего-то очень хочется, да и никак не угадать. Шахтеры, барды, воспитатели яслей.
И то, что якобы она выводит стронций, ее не делает прохладнее и вкуснее. Напиток корчится и просится наружу, а в горле комом изумленная душа. И кислый привкус алюминиевых кружек живет во всем своей стойкостью страша. И так в зените смертоносное светило, те, кто решились, тихо просят: не смотри. Глоток, другой, и разрывающая сила бьет прямо в копчик, извините, изнутри. Потом удар такой же силы прямо в темя, как старт ракеты типа «Стингер» воплоти. И недожившее означенное время тихонько молит: «Ух ты, Господи, прости!» Дрожат ресницы, уши, руки и колени, мозги мягчают, словно пена для бритья. Но удивительно, что гадость ощущений уравновешивает гадость бытия. И все равно, что происходит с селезенкой, и все равно, кто в Белом доме, кто в Кремле. И рельсы бьют по голове легко и звонко, и не осталось крыс на нашем корабле, и понедельник начинается в субботу, и каждый день вперед с утра на бой, на труд. На солнце водку пить — тяжелая работа. Вот только жаль, за это денег не дают. Ну, это о личном, о чрезвычайно личном. Романс о пиве с несравненной гитарой Евгения Николаевича Быкова в Рез. Когда вы в последний раз пили пиво? Не вспоминайте, этого не было очень давно. Но с какой душой вот сейчас это сыграл? Да куда ж по душе, ведь передавиться, если по душе. С каким же смаком в 6 утра глотают пиво? То, что дымится из-под пробки на ветру, оно вливается вовнутрь неторопливо. Это не я. Ну, короче, так пьют лишь пиво, и лишь только в утру. Глоток другой. И вот шифровка. Это передают на Северный полюс эту песню. И наведенные на резкость глаза и мысли возвращаются назад, и унавоженно захарканная местность вдруг превращается в цветущий дивный сад. Над ним парит в лучах янтарного сияния вчерашний грешник, вечный пленник. И сокращаются большие расстояния, и приближаются иные трам-та-дам. По-моему, что-то вот важное идет такое, знаете, правительственная связь пробилась сюда, законтачила, закоротила, да? Ой, все. Какой-то сегодня интересный у нас законцерт вообще. Так, резиденты. Все, споем песню «Караван», которая как бы подытожит и шифровку с пьяного, и пьяную шифровку, неважно. Для тех, кто не слышал этой песни никогда, поднимите руки, я все равно не увижу. Кто не слышал этой песни? Да вы что? А как так можно? Да вы что? Не, ну... Если чаю хоть налейте, потому что на сухую нельзя ее слушать. Это караван, который идет по желудочно-кишечному тракту. Для врачей, гастроэнтерологов, не к ночи будут помянуты.
для тех, кто производит и испытывает оборудование, разное там медицинское, правда, Николаевич? Что это такое? На первом ряду телефоны есть? Нет. Сдайте сюда. А что тогда пи-пи-пи? Бу-бу. Николаевич, у тебя есть телефон? Нет. У меня выключен. Это, знаете, мы сейчас поем, а может там на всей России безоблачное небо передают. То есть это микрофон заводится. Да? Микрофон передает, он преобразует речь. А давай мы другой громче, и да, не слышно. Так он тоже громче передавать будет, понимаешь? Там пеленгаторы ездят, ну, Сергей орёт, а этот ти-ти-ти-ти-ти на всей России идет. Ну ладно. По длинному тракту идет караван. Идет его рюмочка водки, за ней чуть поотдаль усталый банан и маленький ломтик селедки. За корочкой хлеба помята слегка. Редисочка полусырая, за ней чуть надкусанный зуб чеснока. И рюмочка водки вторая, и сразу же третья, глоток на глоток, и все, позабыв о ранжире, идет, попивая желудочный сок. Картофель в парадном мундире, яйцо с майонезом, два шпротных хвоста, салат оливье, восемь ложек. И снова она непорочно чиста, журчит между бушевых ножек. Подожди, ждем. Замолчала. Спугался. Секунда вторая и снова легка. По тракту гуляет рюмашка, над ней кучевые парят облака. Последней глубокой затяжки, под ними затмивший Волгу и Рейн, величием и щедростью юга, неспешным верблюдом ступает портвей, с горбами залитыми туго. Между ними покоятся на два голубца, опять же чеснок с пепсиколой, полспички межзубной с остатком мясца, опята ручного засола. Все дальше по тракту идет караван. Извилистый путь многотруден, рукавный занюх средь кишечных салам. Столкнул на обочину стюдик, но бодро урчит караванный народ. Хоть небо давно и дождливо, виднеется город торговый живот, где будет раздел справедливый, и кто-то, подсунув лежалый товар, фекалией уйдет аккуратной, а кто-то, не выдержав внутренних свар, по тракту вернется. Но тот, кто остался в нирване брюшной и принял крещение пивом, запомнит навек, как из стены темной рождается новое диво. И снова готов для гостей Дастархан. И
И снова кровь из глотки кричит: «Эгегей, к нам идет караван!» Ведет его рючка водки, ведет его рючка водки. Как очень практически уже сегодня мне надо больше, имею право забывать слова, имею право вообще, знаете, так. Сереж Никитин забывает слова, это красиво у меня получается. Мне еще не очень красиво, я буду стараться. И такой замечательный исполнитель Алексей Брунов из Питера. Я помню, на заре еще незапамятной нашей юности мы вместе выступали. Я должен был выступать после него, как сейчас помню, в Питере концерт. И он стоит, поет, вдруг так, молчание такое, пауза. Пауза грозит перерасти в молчание. Я стою за кулисами, волнуюсь за него, и такой голос вдруг: «А сейчас известный автор из Москвы Леонид Сергеев вынесет мне слова». А он всегда с собой носил штук 10 записных книжек, такая стопка была. Чем он каждый концерт записывал, сколько он песен спел, какие песни. Ну, исполнителю надо, чтобы не повторяться там, не через раз. А? И я думаю, а что, я вынес всю эту стопку. Он так посмотрел на меня дикими глазами совершенно. И, в общем, антракт был объявлен. Ну, вот нам авторам проще, правда, Евгений Николаевич? Да, вы что же, Евгений Николаевич, между прочим, он диск кино написал, а 7 апреля диск театр. Что хочешь, то играешь, автор, да? Начал в мажоре, закончил в миноре, правильно? Радостная для нас, Евгений Николаевич, весть, мы начали работу над нашим новым диском, да. Когда он выйдет, не знаю, но первая песня практически уже потихонечку сделана. А вот посвящение Юрию Кукину, давай споем. Она будет тоже в этом диске. Thank you.
снегами. Пьяный дедушка Мороз с прохудившимся мешком. Красный нос, конечно, свой, а в мешках, что под глазами, есть местечко и для слез. Ветер времени суров, он не знает сострадания, он швыряет колкий снег на побитый болью плиц, и в не лучшем из миров на задворках мира задания одинокий человек. Крыльями с небес, таким же молодым.
крыльями с небес, таким же молодым, когда я стану стариком. Приложила, за сапог засовывал,
стареть ногам. Славу третьей степени да медаль отважную с левой клал старушке глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарик бросили, мне старшой Крупенников фляжку опростал. Я ее испробовал, вспомнил маму родную, да по полю ровному быстро побежал. А на колоколенке сукин кот занервничал, стал меня выцеливать, чтоб наверняка. Да видать, цариночка, малая песчиночка, и глаз попала лютому, дернулась рука. Я в винтовку выронил, да упал за камушек, чтоб подумал вражина, будто зацепил. Да он, видать, был стреляный, сразу не поверил мне, ни по камню камушку длинно засадил. Да видно, не судьба была пуля мне отпробовать. Сам старшой Крупенников встал так на парад. Сразу с колоколенки и весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Сразу с колоколенки и весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Горочки, пригорочки, что кому назначено, чей теперь черед. Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да пулюшка да геройский взвод. Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да пушка да геройский взвод. Душе. Бакин, не гася огонь, дай погреться.
повторять. Эзотерическая. Заряженность уже хотя бы в том, что ее будет вместе с нами петь Евгений Николаевич. Какая песня? Бог Творицу любит? Как? Он одну пел. А! Нет, есть у меня еще одна, но это давно уже не происходило. Не-не-не, ну что? Он забьет впечатление от меня уже. Не-не-не, я ревную. Он так далеко сидит, я рассмотрел его истинный масштаб, наконец. Некоторые показать хочут, что они умеют играть на гитарах, а некоторые вот не стесняются показывать, что не умеют. В вокале возьмем. По Волыне небо соленое, по речной пароходик оплывающий свечной. Как положена труба на дне дым, только дым слегка не движет, а над ним зеленое небо, красное облако, а обычно раски не было у чудака. Зеленое небо, красное облако, а обычно раски не было. Для тех, кто затаился, говорю, что вот эти слова как раз надо петь. Будет всех нам. Сергей Николаевич, в конце, потом, может быть, завтра, ой, продолжаю. На песочке не на сладком, с галечкой целовались мы украдкой. Галечкой, и зажмуривалась робкая луна, и тихонько освещала нам она. Зеленое небо, красное облако, а больше краски не было у чудака. Ох, как я же люблю, что вот эти детали сразу, я говорю, ой, стоп. Слова все знают, я их спел в первом куплете. Евгений Николаевич тоже помнит. Лицо дом, он вступит, когда надо. Когда все уже выступят, и тогда он когда сразу все. Микрофон лучше, чем у меня, всегда так. Договорка есть особенная такая. А, да, особенная такая договорка. В общем, зеленое небо. 3-4. Зеленое небо. Не верю. Вот ей-богу, не верю, понимаете? Как-то. А вы, может, тогда выкладываете, чтобы потянуть. Это чувствуется. Потому что никто ничего сегодня не заказывал, да сидите так. Типа снег, давление, норвежский циклон. Как говорил в царском детстве Виктор Семенович Горковский. Оно запело опять. Зеленое небо, ти-та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 . Надо петь, как он говорил, прямыми детскими, задорными детскими голосами, да? Поэтому не уйдем, пока не споете. Ей-богу, здесь зеленое небо, красные облака, а лучше красный не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а лучше красный не было у чудака. Вот так послушал, слушал, знаете. Ай, хорошо поете. Юрловская капелла просто пришла. Хор пятница. Но будет еще одна возможность. Так что содрогнулся новый малый зал. Куда приглашаю всех 23 апреля на второе заседание ЛАС. Пятница. На листочке не на... На листе не на зеленом. Хотел бы с галечкой. Может быть, и с галечкой. Целовались. Теперь уже с Валечкой, да. Это другой куплет.
их зажмуривалась робкая луна. И тихонько освещала нам она. На самом деле тут можно петь любые слова. Главное, что зеленая небо, а ручки раскинет. Ну, наконец-то! 58 февраля. Красные облака, а бочка раскинь была. Молчи, молчи, пока говорю. На листе не на кленовом, на пустом. Собрались мы украсить. Не-не-не, потому что такого исполнения еще не было и вряд ли будет, да? Кто-то видит все, что забудется потом. Кто-то видит, что прошло, да не забылось. Где кто-то вместе, с кем-то рядом, с кем-то ворот. Зеленое небо, красные облака, а больше раски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше раски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше раски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше раски не было. Этот концерт записывается сегодня. Я с наслаждением уничтожу вообще. Я так чувствую, что я компьютер свой уничтожу, монитор. Потому что в интернете все будет раздавлено, да, типа. Вообще, ты люди на третий круг пошел в песню уже. Я так думал, что ну, до пятницы это я совершенно свободен. До следующей. Ладно, до пятницы. У тебя сегодня эфир, понимаешь, с 0 часов. Ну, я скажу только вот на эфир, а потом все. Все живет отдельной жизнью. Потом морзянка за стеной веселым диском. Там. Не угадал. Все, боже, на деньги играем. Толя Кирей, он долгое время работал, он большой любитель басанова. И как там, а он всегда программу выстраивает всегда вот точно, на листочке написано. Пожалуйста, пошел. Так погулял. Вот, и вот я не могу, Лень, продемонстрировать, я начну рассказ, а мне нужны его берут. И, а он вдруг так разошелся и решил отойти от программы. Говорит, а давай сейчас вот это споем. И начинает. Я не знаю. А, тогда вот эту. Тебе труднее было скорее. Ну, первый сегодня угадал же. Угадай, ладно, угадай. Ну, подожди сейчас, угадай записку. Мама, знаете, к 59 годам как-то что-то хочется читать по складам и крупно. Вот для записок я прочитал. Дорогой наш Леонид, я прочитал, да, что-то неразборчиво. Мы тебя очень... Не, просим. Как-то другое подразумевалось. Очень сильно. А, очень сильно не грусти. Так это же. 50. А, так это стих. Дорогой наш Леонид, мы тебя очень просим, очень сильно не грусти. 59. Это не 78. Фу. Ну, давайте похлопаем. Мара и Ира. Ух ты! Целый коллектив. Это я положу к сердцу. Нет, особое место тут у сердца. Так. Колокольник. Опоздали. Нет, просили в текст записать. Леонид, спойте, пожалуйста, батин. Ага.
Это я не буду петь. Как-то ФСО или что это? В общем, слово из трех. Для записок. Спасибо большое за ваши песни. Укол, хорошо, начинайте записывать. Мы сегодня тоже празднуем завтрашний день рождения. Мы сегодня празднуем завтрашний день, а начали вчера. Ох, завтра я чувствую, гульба будет, да? Так что вам всего хорошего. О, понял, спасибо. Это тоже стих. Нет, это белый стих. Кто написал, то сам читает. Выходит сюда, почитает. Тогда наша встреча затянется надолго. Вот 23 апреля, я чуть-чуть тайну приоткрою. 23 апреля в Лас-Пегасе на втором заседании, поскольку 23 апреля это день рождения, извините за выражение, Шекспира, мы будем просто ставить отрывок из комедии «Буря» просто. И там входят мокрые матросы из ремарка. Вот мы будем думать, как это отобразить. Но кто придет, не пожалеет. Мокрые будут все. Может быть свадьбу? Нет. А может и не быть, знаете. Свадьба, ну как-то надо что-то на следующие 59 лет оставить. Цыганочка с уходом. Вот, между прочим, это как раз. Евгений Николаевич будет осуществлять уход у нас. Но такой, что мало не покажется. Там подыгрывают. А подарил бы мне «Газпром». А что, слабо на 59 лет «Газпром» подарить что-нибудь? Нет никого из «Газпрома», нет? Колитесь. Нет, да? Никого. А так зал опустел. Так, а «Сбербанк», «Рослеспром»? Ну какой-нибудь «Пром» есть вообще? Понятно. Так? Такой твердый женский голос, когда есть, вам посвящается. А подарил бы мне ваш «Пром» акции 2%. Я бы деньги сразу в дом на рубля процент. Подарил бы «Рослеспром» а кубометров 200. Я бы бревны тоже в дом. Целей на месте. Подарил бы мне Сбербанк пачки три валюты. А закурил бы я табак, сделала палец цыгануты. И толкнул бы газ и лес, поменяла валюту. И купил бы у небес лишнюю минуту. А потом еще чуток, да и прошло б не насте, а то, глядишь, еще пяток, и на снова счастье. Ох, хочется счастья, хочется, да? Ой, да вот в народе говорят, такого не бывает, что за деньги всем подарят, время начисляют. Не мобильный телефон, закончены бы дела, а нет, живи, не квака. И то правда, квакал бы, живи, родной. И ну и ладно, ну и пусть, живы, значит, живы. Так зальем тоску и грудь водочкой и пивом. Да, ребята, это кой, мне не надо лишку. Эй, ужовка, понужай, ну-ка. Подарил бы мне «Лукойл», здрасте, барин, а нефтяную вышку, и тогда уж не зевай, а живи красиво. Стоп. Ребята, наливай. Чучо, водочки и пиво. Ходи, черноголова. Thank you.
Спасибо. Thank you.